Привет, сегодня будем сравнение двух кукол. Супермена вот такого. И вот такого Бэтмена. А, кстати, ребята, у меня там повторочка попалась. Вот, смотрите, такой. И тут такой же, вот. Кому надо, могу обменять на одну карточку из таких. Мне уже попадалось в летних и в этих. Ну, те зеленые. То карта просто с подарком была, тут с Новым годом. Давайте переходим. Вот такой Бэтмен. У него все сгибается. И крутится кисть. Также голова шевелится вниз. И так делается. А вот у Супермена так не делается голова. Она просто вот крутится. Вот так делается. Руки не сгибаются. Сапоги поворачиваются. Сейчас я покажу. Вот, повернул сапог. Вот такой звук у него. А звук идет как отсюда. Видите, там идут 4 дырочки. Это оттуда уже идет звук. У него так вот это пластиковое идет. Вот где пластик начинается. И вот так же. Но у него как у Дагвада, знаете, сверху Дагвада такая же штука. Вот. Вот, пишите в комментариях, кому кто понравился, Супермен или Бэтмен. Из двух кукол решаете. Голосуйте, а я потом посмотрю. И пишите, у кого есть Бэтмен по-новому. Помните с машиной, кто смотрел обзор, по-моему. Машины и вот такой сыпем. Ну вот, все. Всем пока, привет, всем пока.